сказано на один человек, что зашел к его раввин домой. И как он зашел, он увидел его жена, раввина жена. И он на нее не перестал посмотреть. И он его глаза не спустил от нее. И она, ей стало стыдно, она спустила ее глаза. И его раввин вышел от комнаты и был рад его видеть. И он сказал ему: сиди. Он сказал ему: я пришел с тобой поговорить, ты меня позвал. Он сказал: да, да, сиди со мной. Это ученик говорит ему: рав, почему ты меня позвал, что надо? Он ему сказал: ты знаешь, что я тебя очень люблю. Ты один, у тебя нету жена, нету дети. И Барух Ашем, я тебе даю хорошая зарплата. Если у тебя есть какой-то помощь для меня как-нибудь помогать, я тебе обещаю, что еще такая и такая время я тебе весь деньги верну. Ученик говорит: рав, какой вопрос? Конечно, я тебе дам. Что скажешь, я тебе дам. Сколько скажешь, я тебе дам. И он ему сказал: только что у меня тут нету на себе деньги. Я не беру деньги со мной в карман. Если ты можешь, пожалуйста, пошли твоя жена ко мне, и я ей дам. Сколько надо, я ей дам. Он сказал ему сумму, что это мне надо. И все. Ученик вышел на дороге домой. И после пары дня он послал, раввин послал его жена к этот ученик взять деньги. Этот раввин после 3 дня увидел, что его жена назад не приходит. И он быстро пошел к этот ученик. И как он к нему пришел, он ему говорит: извини, моя жена, что я тебе послал, ишти шишигарти лехаехани, а где она? Он ему сказал: как ты мне такой вопрос задаешь? Как она ко мне пришла, я ей дал деньги в руках, и я ее послал на дороге домой. Раввин сказал ему: извини. Извини за этот вопрос, что я тебе задал. Извини, она домой уже 3 дня не пришла. После этого, что она вышла к тебе сюда, она уже 3 дня домой не пришла назад. Он вышел от двери и сказал ему: Рав, есть что-то, что я хочу тебе сказать. Он сказал ему: что? Он сказал: так я слушал, что она по дороге домой зашла на базар купить себе что-то. И тама, так говорят, что она нашла себе кого-то, она себе продала, она ее тело продала. Рав, извини, так я слушал, и эти, кто рассказывали, это дети, тинокот шель бет рабан, они не знают адман ват, рав, я им веру. Рав начал плакать, и он говорит: ты мой ученик, ты мне помог. Ты для меня все сделал всегда. Скажи мне, что мне делать? Это ученик ему говорит: если ты слушаешь мой совет, им ата шомеа лаацати, гарша, ты дай ей развод. Надо ее оставить. Если такой вещь она тебе сделала, она не для тебя.
רב на него смотрит и говорит ему, как я дам ей развод? Как? Я ктува ей написал там большая сумма. Ты знаешь мое положение. Я же от тебя я деньги взял. Как я могу сейчас? Я сейчас должен вернуть это деньги, что ты ей дал. И я еще буду должен тебе дать деньги назад. И это не мала сумма, это не маленькая сумма. Он ему говорит, рав, ты сам знаешь, что я сам. У меня не жена, не дети. Я деньги собрал. Ты правда сказал. Я твой ученик. Я тебе дам деньги. Заплати ей весь сумму, что написано в Бектува. Он его обнял и сказал ему, спасибо, что ты такой хороший, что ты мне даешь помощь, что ты мне можешь понять. Я обещаю, что я тебе верну. Он ему сказал, только скажи мне, когда. Он ему сказал, такая и такая время придет, такое и такое число, я тебе весь сумму, что я должен тебе отдать, я заплачу до последней копейки. И так он ушел. Так он ушел. Рассказано, что этот день пришел. Этот день пришел, после что он дал развод, и они расходились. День пришел, и этот помощник пришел к его раввин домой. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Раввин встал от кровати, открывает дверь, и его помощник ему говорит, слушай, раввин, я не понимаю, почему ты мой долг не платишь. Ты же раввин. У тебя слово должно быть слово. Ты знаешь, написано в Торе, если ты должен отдать. Если ты не отдаешь, и у тебя нету слова, ты не стоишь ничего. Возьми весь Торе и брось на мусор. Какой раввин ты? Я хочу мои деньги. Раввин на него посмотрел и сказал ему, ты же знаешь, что у меня нету, если мне было, я тебе бы отдал. Но написано в Торе, если я не могу тебе отдать эту сумму назад, я могу у тебя работать, я могу тебе помогать. Итак, ты будешь снят от моя зарплата, наш долг. Ученик на него смотрит и говорит, ты прав. Для этого я пришел. Я знал, что у тебя нет деньги. Но сейчас я узнал, что ты честный раввин, что ты ровный человек. И тебе сказать правду. Я открыл дома какой-то бизнес. И я хочу, что ты у меня работал. Быстро-быстро взял раввин. Весь его вещи. Взял сумку и вышли на дорогу. Они зашли домой, к этот ученик. И раввин поставил сумку и посидел. И ученик ему говорит, рав, извини, ну, ты не можешь сидеть. Он сказал, извини. Он сказал, не, хас ва шалом, не за это, извини. Ты у меня работаешь. Ты должен начинать час уже. Он сказал, да, скажи, что делать. Он сказал, сейчас спустится моя жена. Я хочу, чтобы ты нам сделал хорошее кушание. Он мне сказал, я сделаю все, что надо. И начал сделать кушание. И его жена, этот помощник, его жена спустилась и сидит. И рав смотрит. Рав увидел, что его жена, бывшая жена, сидит с его ученик.
и он ставит им кушать. И его ученик на него смотрит и говорит: «Рав, там в шифанер есть хорошее сухое вино. Постав для меня и для моя жена». Гмара пишет: «Вею им йошвим ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקה עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהם. נפיס אנשתו, אני סידיה לי, כושה לי, איפי לי, היא רב סטאית, איסטאבית, פסטקני, וינו». הנה של פלאקה צילנה, איבו סליוזי, ספוסטי לי סוות הצטקן. И в этот момент, в этот секунду, Бог решил, что храм нельзя, что было. Дом мне не надо. Если такие дети у меня есть, дом мне не надо. Если такое время есть, что человек может такой вещь делать? Для чего мне надо дом? Для чего? От этой вещи можно учиться много. Много-много можно учиться. Что вы знали, не доверять никого. Никого не доверять. Держать глаза. Не смотреть на другие женщины. Потому что это глаза. Весь наше тело идет после них. Если они хотят что-то, это глаза могут весь тело взять на грех, весь тело взять сделать такой авон. Что вы это знали за это? За это нам нельзя пойти в такие места, что там мы можем сделать грех из наших глаз. Мы можем смотреть и посмотреть на голые женщины и на красивые женщины, потому что всегда, всегда человек хочет что-то, что не его. Написано: «Маим гнувим им таку, велехем старим инам». Вода, что она не твоя, когда ты ее берешь, и она не твоя, она всегда сладкая, чем твоя вода. Всегда. За это, что вы знали, что вы взяли это на весь жизнь. Человек, что он неблагодарный, человек, что ему не хватает, что Бог ему дал, он всегда захочет взять что-то, что это не его.